Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить хорватский салат из чечевицы. Саму чечевицу я отварила и пока оставляю ее в сторону. Красную луковицу и пару небольших яблок порежем мелким кубиком. Лук и яблоко добавляем к чечевице. Теперь очередь петрушки. Мы ее также мелко порежем и добавим в салат. Заправим все оливковым маслом и немного черного перца. Сочетание ингредиентов хоть и необычное, но получается очень вкусно. Также можно добавить немного винного уксуса или соевого соуса.